Эта история будет необычной. Не о том, как львенок стал царем зверей. Когда люди отдают королевский трон льву, они проявляют свое невежество. Ведь на самом деле власть принадлежит львицам. Мы не только заботливые мамы, но и главные добытчицы. Это мы организуем жизнь прайдов. Их благополучие зависит от нашей силы и великодушия.